Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и это Хищные Машины 2. Поставь палец вверх, подпишись на мой канал, а мы начинаем, ребятки, вот такой машинкой с вами будем играть. Она реально крутая. С этими, конечно, мы со всеми играли, они тоже крутые, вот это мне вообще сильно нравится. Вот, ну сегодня мы с вами поиграем с жуком, он реально крутой. Ну что ж, начинаем. Так, такой одноглазый, смотрите. Значит, у нас 7-й левел, ну что ж, с него-то мы и начнем. Отличненько загружаем. И сейчас будет самое крутое. Ну, конечно, мы на сложном, играем с такой-то тачкой. Смотрите, как он ползет. Он крутой. Отличненько. Кстати, ребятки, я телефон купил себе. Спасибо вам большое за поддержку. Мне сейчас Вали Фокс Смарт... блин, 2+. А, 2Х, прошу прощения. Я его, конечно... Ну, это такая рекламка. Ну, не рекламка, нет, конечно. Ух, нифига себе, ты как летишь. С вами потом попробую на этом телефоне поиграть в эту игрушку и как вообще впечатлениями поделюсь. Ну, это уже в следующей серии. Но, блин, ребят, я не взял. Ай-яй-яй-яй, чуть не упали. Да хоть кусай, хоть не кусай, мне почти все по барабану. Смотрите, он реально крепкий. Потом поиграю на своем новом мобильном телефоне и поделюсь впечатлениями. Вообще, Вали Фокс очень сейчас хвалят. Довольно-таки хороший бюджетный вариант телефонов. Я так немножко полазил, в принципе, мне все понравилось. Так, ладно, продолжим. И причем он флагман у меня. Да, ребят. На данный момент я покупал его за 15 тысяч рублей. Ну, 14 999, ну, можно сказать, 15 тысяч. Все деньги, денежки все потратил. Сейчас совсем без донатиков, ребят, будем играть. Вот, может быть, стримчик мне поможет. Будет попроще немножко. Так, ладно. Да, помимо этого же я еще антивирус установил туда, Касперский. А, нет, фу ты, мне предлагали Касперский. Установил нот 32, по-моему, да. Причем он безлимитный. Хоть ты 5 лет пользуйся, он на этом телефоне, он будет... постоянный. Очень круто, мне очень понравилось. И даже если телефон продам, у владельца его будет безлимитный антивирусник. Довольно-таки круто, я считаю. Ай, отойди. Ну, это, конечно, переплатить пришлось. Также все-таки мне болтали на гарантии, еще там сервис обслуживания. О, меня поймали. Да, держи бутерброд. Гамбургер съел. Да, круто. В общем, когда я поиграю уже на своем телефоне, потом скажу, как это. Пока что я на компьютере играю через эмулятор. Уже привык к нему. Ну, будет намного удобнее, все-таки привыкну. Причем, у новой модели экран диагональ 5,2. Ух ты, у старой модели 5,0. Таки побольше. Куда ты перелетел? Ух ты, нифига себе. Мы куда-то за пределы, ребятки, карты улетели. Так, ладно, забираем. Идем в магазин, давайте посмотрим, что там у нас. Что там у нас, да как там у нас. Так. Устройство, давайте устройство нацепим. Крафт. А, это только крафт я могу сделать, ну ладно. Зато кнопочку я могу уже сейчас приобрести. Все, крафтов пока больше нету. А, пушка. У нас дробовичок пока что. Я думаю, так и оставим пока что. Нормально, у нас, мы справляемся. Так что следующий левел. Я уже готов. Я уже готов во все оружие. Окей, далее. Так. Подпрыгнули так. Довольно-таки классно летает, мне нравится. Крылья такие выпускает. Ах ты ж. Побежали. Так. Не, ну классно, конечно, он ползет. Своими лапками. Сколько у него? 8 лапок. Очень прикольно сделано. Как 3D такое получилось. Такой паучок машинка. Да уж. Вот это настоящий внедорожник, ребят. Ну-ка, держите. Держи гранату. Блин, не, я говорю, держи. Ёлки-палки.
Давай, пей его, я хочу уже добить. Блин, а, ну-ка, пробел. Смотри, застрял, он застрял, ребят. Давайте посмотрим, у него колеса застряли. Что с ним такое, что не так? Ну-ка. Смотрите, его мандражит, ребят. Бедняжка. Давай поможем, сейчас мы его убьем. Ну реально, мне его жалко. У него какой-то мандраж случился. Да уж. Что с колесом его? Сейчас мы его выручим, все, чтобы он не мучился. Вот, все, отлично, выручили. Теперь он спокойный. Ну, баги, конечно, случаются, но это пока что не пробная версия, то есть. Так что разработчики, я думаю, будут всякие баги исправлять. Я часто снимаю видео, и я думаю, может быть, разработчики увидят свое видео и исправят какие баги. Отличненько. Ну, очень круто, мне нравится эта машинка. Чик-чик-чик-чик такая передвигается своими лапками. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Давайте сейчас подлетим вверх. И в другую сторону, назад. Ух ты же, елки-палки. Нет! Нет, 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 нет. О, ребятка, я куда-то упал. Куда-то провалился. Но я все еще жив. Взлетай, 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 взлетай. Вверх, 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 вверх. Блин, нет, 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 смотрите, лапки. Знаете, как... Блин. Я еще живой? И палец такой вверх, как какой-то как в Терминаторе. Или как, не Терминатор? Блин, забыл, как фильм-то называется. I'll be back, да, вот этот момент. Ладно, давайте переиграем. Обнаружили баг такой. Классно. Но было прикольно. Необычно. Ух ты ж, нифига себе, мы завертелись. Стоп, 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 стоп. А, вот он. Ты тут раз застрял. Что ты со мной делаешь, эй? Прекрати немедленно, прекрати. Ай, больно. Смотрите, он глубокое проникновение делает. Боже мой. Это же детский канал, ну. Нельзя так. Помоги мне, помоги мне. Боже мой, как же больно, как же больно. Блин, извращенец. Ну ладно. Это я про себя. Ладно, все, ребят. Так, взяли, отлично. О, нет, сейчас меня поймают, сейчас меня поймают. Промазал, благо. Видите, зеленая шкала, как она заполнится, за мной опять этот машиноед побежит. Пытается нас съесть. О, все, 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 сейчас меня попадет. Если он попадет еще кетчупом, будут кранты. Так, отлично. Оп, залазь, 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 залазь. Так, сейчас мы тебе лапками-то попортим. Так, полетели. Полетели. А, долетели. Ползи, 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 давай, 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 давай. Отлично. Мне нравится, ему хоть бы на встрече, у него здоровье полное. То есть броня реально очень мощная. Самая мощная броня это у этой тачки. Я бы даже не сказал, что это тачка. Я не знаю, кто это. Какое-то насекомое. Робот какой-то. Мне нравится, как он летает. О, нет, 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 меня прижало немножко. Отлично, отлично, отлично. Ну-ка, 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 кто там, кто там, кто там? Давайте дождемся. Сейчас все провалится. Нафиг! Нафиг улетай! Улетай, 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 улетай. Отлично. Опа, давай, давай, давай. Ах ты меня сейчас съешь. Отлично. Давайте последний уровень. Довольно-таки прикольно. Поиграли. Так, у нас 9-й, да? Следующий. Как раз бензинчик последний. На последнюю поездку. А там спал. Автомобиль спал, дрых. Отдыхал. Опа-опа-опа-опа-опа. Назад, 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 назад. Назад, назад. За подарочком. Отлично, отлично, отлично. Так. Мы не едем, мы ползем. Это что-то новое в этой игрушке. Такого вообще ни разу не было.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не туда. Я знал, что туда нельзя, там яма. Ах ты, мы сейчас захлебнемся. Так, сейчас переползёмте. Лови гранату. А что, если мы туда упадем? В какую-нибудь... А, вон мы отсюда появились. Ясно. Ничего себе ты. Подлетел. Смотрите, что со мной. Нас сузило как-то. Непонятно. Очень такие много багов классных. Магазинчик, магазинчик. Ну, давайте еще, наверное, один левел пройдем. Можно слот повращать. Да, ничего не выиграли. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот это я хочу купить. Ладно, следующий уровень, раз у нас есть. Так сказать, бензинчик. Почему не усозил? Ну, мы сейчас быстро пройдем очень, я постараюсь. Вы сейчас сами увидите, как можно быстро на этой тачке пройти уровень. Мы вот так идем, видим трамплинчик. А, нет, не получилось. Сейчас видим трамплинчик, постараемся подлететь. Вот, ну-ка. Отлично, 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 отлично. Нифига себе. Так, ну вот, смотрите, уже 1/3 проехали. Отличный прыжок. Ничего себе, мы разогнались. Боже ж ты мой. Почти все прошли, да? С двух полетов. Так, ну и вот немножко, и финиш будет. Давай, разгоняйся, разгоняйся. Лапки промочили немножко. Все, вот он, финиш. Вот, так что не забывайте, ребят, ставить палец вверх, подписываться, рассказывать друзьям о канале. А с вами был Дариди, всем до скорого, пока-пока.